Итак, Запад наложил санкции на деятелей россиянской культуры, в кавычках, политики, чиновников. Запад, побольше накладывай, пожалуйста, на этих свиней санкции. Ткни их морды, они же нам столько лет говорили, что нас только и ждут в западном сообществе, в цивилизованном мире. Поводи их, Запад, пожалуйста, как говорится, по стенке мордой или по столу. Потому что это очень сильно отрезвляет. И надо все-таки отвечать за свои слова. Они же разрушили мою страну, Советский Союз, во имя интеграции в западное человечество. Теперь пусть получат сполна. Поэтому я, наоборот, рад, что это происходит. И на простых людях это отразится, потому что, может быть, эти твари начнут все-таки думать о своей стране, больше ее развивать, им же жить здесь придется. Есть такая слабая надежда. Я бы еще попросил Запад нас выгнать, наконец, из Всемирной торговой организации, потому что нынешняя правящая команда туда затянула и вызвала крах сейчас промышленности, промышленность падает. Особенно в регионах налоги на прибыль в регионы не идут, у регионов региональные бюджеты летят к чертовой матери. Идет угроза просто. Сейчас регионов-доноров было 19 в 2005 году, сейчас в 2013 их 10 осталось. Все остальные регионы все больше и больше превращаются в банкрот. Так вот, выгоните нас, пожалуйста, Запад еще из ВТО, чтобы у нас промышленность начала развиваться. И, пожалуйста, откажитесь от проведения здесь чемпионата мира по футболу 2018 года. Это сэкономит русским 20 миллиардов долларов, которые можно будет отправить на поддержку сельского хозяйства, дорожного строительства, развития городов. То, что нужно нам, а не на эти идиотские стадионы. Так что в таком случае санкции бы, конечно, бы очень, так сказать, отразились бы, я надеюсь, в лучшую сторону на простых людях. Ну, а я, как представитель очень простых людей, сейчас, в общем, доволен просто. Санкции сейчас нужны, надо это болото унылое чем-то взгреть, заставить его действовать. Даже если элита Российской Федерации не справится с этими вызовами, ну что ж, тем скорее она потеряет власть, это тоже хорошо.